За время полномасштабной войны в Украине были разрушены сотни школ, и теперь учителя ищут новые способы делиться знаниями с учениками. Кто-то переходит в интернет, кто-то ищет временные помещения. Одна из таких школ находится в Богдановке под Киевом. Во время оккупации региона российские войска 3 недели использовали здание как временную базу, а при отступлении сожгли его. В душі я плакала, але я не показувала це ні дітям, ні своїм працівникам, тому що в мене колектив за мною, у мене 30 вчителів. Ми повинні були бути стійкими і показати дітям, що ми щось зробимо для того, щоб вони вчилися. Не можна було впасти в розпач і все, це нічого не допомогло. Сейчас старшеклассники ходят на занятия в школу в соседней деревне, но при поддержке гуманитарных организаций классы были оборудованы и в местном доме культуры. Russia is very intentionally, very systemically attacking Ukrainian educational infrastructure basically from day one of this big invasion. And by now Russia has destroyed every 10th school in the country, and it's only we are talking about general secondary institutions. По данным ЮНИСЕФ, на конец августа 2023 года, после начала войны в Украине, были полностью разрушены более 1300 школ.